Вот эти ребрышки, которые мы покупали в Коско. Я их замораживал, сейчас разморозил. В общем, я их полностью натер вот этим соусом Jack Daniels. Вот. Тут написано, что в принципе 30 минут достаточно. Но мы обычно на сутки заливаем этим соусом. Но сегодня вот получится до вечера. Сейчас у нас 10 утра. Я посолил и натер вот этим соусом. Сейчас это все дело уберу на верхнюю полку в холодильник. А вечером все будем готовить. Всем привет! У нас сегодня новый день. Сейчас утро. Даня в школе. Кирилл в школу сегодня пошел, но вернулся обратно. Мы все простужены. Даня, скорее всего, опять притащил что-то из школы, потому что он первый. Ну, ни температуры, ничего нет, насморк. Просто насморк. И, в общем, мы все с насморком. Вот. Мы сейчас собираемся, едем на шопинг. У нас только будет полдня, чтобы что-нибудь купить себе в подарок. Ну, я имею в виду про гостей. А я им покажу все яркие пароли. Так что, если вам интересно, постараюсь там что-то поснимать. Поехали вместе с нами. New Balance, здесь скидка 30% на все. Сейчас пробиваем то, что купили. Кроссовочки купили вот такие, похожие. Только здесь 515 модель, а мы купили 513. $65, по-моему. Всем привет, а точнее доброе утро. Мы уже кофейку попили, ребята поехали шопиться, покупать себе брендовые дешевые вещи в Америке. Вот, а я пока что готовлю вот эти ребрышки, которые мы покупали в Коско. Я их замораживал, сейчас разморозил. В общем, я их полностью натер вот этим соусом Jack Daniels. Вот. Тут написано, что в принципе 30 минут достаточно. Но мы обычно на сутки заливаем этим соусом. Но сегодня вот получится до вечера. Сейчас у нас 10 утра. Я посолил и натер вот этим соусом. Сейчас это все дело уберу на верхнюю полку в холодильник. А вечером все будем готовить. Мы сейчас шопимся в магазине Gap. Сейчас здесь скидки в основном минус 30%. Это в мужском отделе мы... $40 минус 30%. $50 минус 30%. Странно, кстати. Вроде бы, казалось бы, похоже, одинаковый рисунок разный. А цена $10 отличается. Обе на флисе. Не знаю. Вот такие расцветочки. Выбор приличный. Музыка играет, поэтому будем как-то накладывать, ускорять. Будем решать по ситуации, что можно будет сделать. $40 штаны, 30% на них тоже скидка. И можно собрать, конечно же, костюмами. Например, вот такой. Получается, низ $50, вот опять же, верх $40 и минус 30% от полученной суммы. Какие еще можно посмотреть? Вот, смотрите, красные, бордовые. Вот, вот так вот сочетается, наверное. Да. Музыка очень громко играет. Бежевые, куда мы сможем? Брючки. Нет, не подходит. А, вот, смотрите. Вот такой цвет. Так получается костюмчик. Ну, естественно, классические цвета. Серый. Кстати, здесь толстовки есть на молнии. И просто худи. На молнии $50 стоит. И вы видите, вот сами уже, наверное, издалека можно посмотреть, какие штанишки с чем сочетаться будут неплохо. То есть можно по отдельности покупать, можно брать шортами в комплекте. Шорты тоже прекрасные. $30, минус 30%. Уже появилось много зимней одежды теплой. А мне очень нравятся их футболки, кстати. Вообще, классика универсальная. 30% тоже скидка на эти футболочки. $25 футболка. Цветов много разных. Розовый, видите, в мужском отделе.
Очень красивый цвет такой, он такая чайно-роза какая-то спокойная. Разные рисунки, футболки, да, вот мы сейчас с вами костюм смотрели. Туда же футболочку можно такую, $30, минус 30%. Пойдемте в женский отдел сходим. В женском отделе классно сейчас штаны, низ $20 получается стоит. Футболки все, вот так смотрятся костюмчики. Футболки все минус 30%, $20 цена футболочки. Жилетки $55 минус 50% скидка сейчас. Вот, пожалуйста, сезон только начинается, 50% скидка. Так, а кофточки на молнии стоят $30. То есть получается брюки $20, верх $30, $50 костюм выходит. И опять же, вот сочетание цветов, выбор большой. Вот на этой же стороне другие цвета. То есть можно подобрать себе на молнии, можно с капюшоном без молнии. И где-то здесь наверняка есть без капюшона, то есть обычные свитшоты. Платье 40% скидка, $60. Такие спортивного фасона, черные, защитного цвета. Такой, а вот на молнии, смотрите, интересно. То есть там обычный ворот, а здесь на молнии, на флисе. Они стоят $60. Ведь и без молнии. А беленькие с молнией. Белый, он такой, знаете, серый-белый цвет. Вот он там не чисто белый. Я бы даже сказала, больше все-таки серый. Грязный белый. $60. $60 минус 40%. Кстати, я вот только говорила, без капюшонов. Вот они по $20. Тоже можно подобрать под цвет брюк костюмом, да, сочетать. Так, обычная цена у них $40. $40 сейчас 20. 50% скидка получается. Огромные отделы. Их одежды. Шубки $120 минус 20%. Шубки-шубки. Футболки, джинсовые рубашки, шарфы. Это отдел с распродажей. Все, смотрите, на клиренсе. То есть от цены, которая будет у них указана, красная, да, $35 минус еще добавочно 30%. Так, вот $15 футболочка, минус 30% будет. А это уже детские отделы с детской одеждой. Девчонки, мальчишки, лого, видите, у них штанишки дороже, чем в женском отделе, $25. А вот там, смотрите, на 11, я думаю, что это до 5 лет $11, а верх 15, это размеры до 5. А здесь уже от 5 лет и старше. $25 низ, а $20 вверх. Как-то странно. А здесь $20. Наверное, а, может быть, знаете что, потому что здесь однотонный рисунок, а там нет. Поэтому подороже. $40 детский костюм получается будет выходить. Например, худи. Давайте проверим. Нет, сюда не подходит. Сейчас мы попытаемся найти, куда нам подойдет это худи. На девчонок выбор большой. На мальчишек нет, не вижу. Вот зато малышковские наборы. Не вижу. Увижу, покажу вам. Штаны такие же. Нашла. Вот они все. Видите, опять же, на молнии. Худи с капюшоном. И без капюшона обычные свитшоты. Все по $20. Вот. Костюмчик тоже. $40 получится. На выходе. А в этом отделе у них мультяшные костюмчики. Всякие разные. Комбезы. Осенние $64 минус 30%. Курточки с Микки Маусами. А я пошел за Дани забирать своего со школы. Слушайте, двухдневное похолодание у нас было. Ветерок такой холодный с океана. Днем падала температура, не знаю, наверное, до 18.
в обед и ночью, там, не знаю, до 10, наверное. Но уже как-то некомфортно было. Но, слава богу, сегодня температура вернулась. На улице опять очень тепло. Мы опять в шортах, в футболках. Утром рано, да, конечно, утром рано холодно. Вот, градусов 12, наверное. А днем, вот я сейчас иду задание, 5 часов. Вот уже, наверное, вечером, можно сказать, да, 6 час. И очень-очень-очень тепло. Птицы поют. Вообще прям такое ощущение, как будто весна. 2 дня. Чуть-чуть похолодало, один из них. Даже облака появлялись. Второй день также было безоблачно. А сегодня уже, видите, опять небо шикарное. Птицы поют. В общем, жизнь продолжается. Я сейчас заберу Даню и подумаю, что сегодня будем ребра или оставить их до завтра помариноваться. А сегодня съездить купить стейки пожарить. Сейчас буду думать, что делать. Пока у нас гости, надо угощать. Надо дать попробовать различное мясо. Потому что мясо в Америке действительно того стоит, чтобы его покушать. Что стейки из мраморной говядины, что ребрышки из свинины, что шашлык из баранины. Пальчики оближешь. Смотрите, какую Даня сделал в школе. Он мне тут вынес рюкзак свой, мы с ним вышли, а бутылочку он этот, то есть термос взял не свой, а чужой. Ну что, нашел свой? Ага, тоже. Все? Это ты сам делал? Да, я сам здесь. Очень красиво, молодец. Вообще прям классно. Ну вот чудо в перьях, намок? Нет, я открывать, а напереваться. Ну, понял. Это лишнее? Лишнее? Молодец, пойдем потихоньку. Мы сейчас в магазине Levi's меряем джинсы. Лина пошла померить Аркашу. Я думаю, я же тоже почему померю, мне никогда не удается. Тем более примерочные всю дорогу были закрыты. А в общем, это 501 модель джинс. То есть это классика, все прямые. Сейчас на данный момент у них цена $70. И скидка на них 30%. Вот. И если покупаешь две пары, то... Не застегни пуговицу. Если покупаешь две пары, то минус 50% скидка на вторую пару. Вот. Такие. Ну, как бы нормально, классические. Знаете, какие джинсы? Лин, повернись задом, пожалуйста. Классные. 24 размер у девушки, вы представляете? 24 размер. Суперски смотрится. Модель у нас суперски, не 710. Классные. Очень хорошо сидят. Да? Берем? Да. Берем. Классные. Эти тоже. Да. Это уже мы не первые, мы что-то не догадались до этого снять. Очень красиво. В магазине Levi's, как всегда, куча классных футболочек Levi's, $30 сейчас скидка, цена на футболку $25, это мужские, с этой стороны беленькие футболочки, классные, вообще $10 цена по акции, уже тоже не раз говорила, а в Marshalls, в Burlingtonе эти футболки иногда попадаются 7,99, 8,99, женские вообще 6,99. Вот нам очки, мы в очки себе выбираем. $39, да? 39. Нам идет? Берем? Берем очки. Черные надо брать. Да, круто. А у Лины сумочка от Валентина. Не, у тебя какая? From USA? Да. Прямиком в Москву. Да. Классные. Футболки. Аркадий тоже себе выбирает очки. Мы выбираем, какие очки нам взять. И ремни заодно посматриваем. Какие? Классные, все классные. Смотрим кофточки новые. Они такие очень теплые. Вот покупаешь одну, вторая 50% скидку. У них сейчас на все похоже здесь так. Вот эти тоже.
55 долларов кофточка. И вот эти тоже 55. То есть, если купишь одну за полный прайс, вторая еще пойдет 50% скидка. И сумочки какие-то. Ой. Ну, как обычно, все валится. 70 долларов. И 40% скидка на них. Разные модели. А с этой стороны скидка только 30%. Рюкзачок. 70 долларов минус 30%. Это все, конечно, не кожа. Девушка ходит, у нее суперский костюм вообще, посмотрите, бесов. Он еще одет так классно, у нее штаны завернуты. Сейчас я попробую вам снять, если получится, немножко со стороны. Смотрите, как красиво смотрится. Кроссовки белые. И немножко она подтянула наверх штанишки. Классно. А вот и нашла этот костюм. Получается, я так понимаю, что полный прайс. Штанишки в дырочку с отверстиями, сеточка, 60 долларов вверх и, наверное, 70 долларов вниз, я думала, столько же. Вот голубая расцветка, черная, белая. Собирать костюмами можно. Вы помните, может быть, где-то я в каком-то из видео не так давно я снимала уже Guess. У них были, конечно, совершенно другие модели. Видимо, все, что было, уже все практически распродано. Ну, вот эти платья были, платьюшки. Помню я хорошо. Голос осип, потому что простужен, 55 долларов. Остаточки. Смотрите, как классно. Вообще, суперски. Вторая примерочка. Представляете, мы только что тестировали. Сейчас мы не понимаем, расплатились купюрами. И нарисовали что-то на купюре. Думаю, что такое? А это, кстати, маркер специальный, который тестирует подлинность купюр. Видите? То есть на обычной бумаге она черная, excuse me, а это оранжевая, коричневый, да, такой gold, цвет? Gold, да, очень интересно. Классно. Thank you so much. Thank you. Thank you. А мы думаем, что такое? Здесь нарисовали на купюрах, там интересно стало, спрашивали. А представляете, у меня радость. Открывают магазин Карл Лагерфилд. Здесь был DKNY, который недавно закрыли. Вот, так что скоро у нас будет Карл прям совсем рядом. Мы с Даней тут решили пройтись до нашего ближайшего парка, футбол поиграть. Вы посмотрите, какие... Что это такое? Туи, не знаю. Это какого размера? Стена прям такая. С одной стороны и с другой стороны. Видите? Но с этой стороны они не такие плотные, не такие большие. А с этой стороны вообще просто нереально. Данюш, встань. Вон, посмотрите, Даня стоит на фоне Дани, стена такая, обалдеть. Я даже не обращал внимания, прям рядом, недалеко, вот сразу Данину школу, вот мы сейчас прошли, там скамейки, какой-то такой маленький парк, где можно посидеть, подсветка сделана, довольно-таки красиво. Вот. Пойдем, Данюш, видите, как все благоустраивают, все домики, все. Конечно, здесь дома не дешевые. Все равно молодцы ребята, хорошо здесь благоустраивают свои домики. Очень приятно. Идешь по улице, очень приятно. Данюш, нам надо улицу перейти. Спасибо, потому что если бы не этот куст, он бы сейчас у меня на дорогу выпечусь. А, ну ничего страшного. Я ты бы, главное, сам, чтобы не побежал на дорогу, а я ее схожу, возьму. Молодец. Молодец. Видите, как делают? Оригинально. Дизайн. Вроде все просто, но при этом очень-очень приятно все это дело воспринимается. Все зеленое. Что-то давно не ходили по улице пешком. Как мы переехали из того дома, последние 2 месяца особо не гуляли. Так вокруг своего квартала обходили. А в парк только на велосипеде один раз ездили, и все, откуда мы сейчас идем. Здорово, здорово пройтись. И прям приятно так. Все чистенько, все благоустроено, все зеленое. Прям удовольствие получаешь. И тепло-тепло так вечером, хорошо сегодня. Вообще прикол. Вот что значит старая застройка. Вот мы идем. Все время был бетонный тротуар. С отливами для воды, со всеми делами. Вдруг ни с того ни с сего начинается какой-то грунтовый.
вот тут часть метров 30 грунтового тротуара. И тут дальше опа, и его вообще нет. Тротуара нет вообще, газон, забор. Интересно, надо переходить на ту сторону, там тротуар есть. Пойдем, Данюш, переходим. Очень интересно. Видите? А и главное, что за вот этим домом дальше опять начинается тротуар. Да. Сколько тут не гуляешь, сколько тут не видишь, столько и удивляешься. Пошли. Вот там тротуар закончился. Здесь куска нет. Здесь все газон и забор. И дальше идем, идем, идем. И пять раз. И пошел тротуар с той стороны. Так же, как и с этой. Вот как так? Ну, вот так. При том, что это один из самых дорогих районов. Ну, конечно, не самый дорогой, но один из. Любой из этих домиков стоит 2-3 миллиона долларов. Даже если он в старом, убитом состоянии под снос, он все равно будет 1,5 миллиона стоить. Потому что здесь столько стоит земля. А что у тебя такое? Ничего себе, прикольно. У нас сейчас состоялся небольшой шопинг в магазине Burlington. И это еще, наверное, не все. Но мы стоим в очереди на кассу. Сейчас, может, еще что-нибудь Лина принесет, да? Покупочки наши. Мы в Ralph Lauren. Теперь делаем наш шопинг. Булочки мне очень нравятся. Красиво. У них сейчас новая коллекция, вязка. $368 минус 25%. Теплое уже такое сейчас, к зиме готовится. А джинсы $298 минус 25%. И вот такие новые костюмы классные. Бабушкина вязка. Мишки. Мишки наши, они без скидок. Только купон дополнительный какой есть. $68. И смотрите, тут специально порезанный воротник. А вот костюмчики. Бабушкина вязка. 25% скидка. $150. И верх такой. Слушайте, решила я все-таки беру вот эту сковородку. Как мне писали, советовали. Я бы хотела бы темную, но темную уже разобрали. Как это обычно бывает. Возьмем светлую, все равно не вечную. Вы меня успокоили своими комментариями, что все равно это все ненадолго. Так что возьмем светленькую. Ну, пришли мы в парк. Нам всего нужно было минут 15, чтобы дойти. Чего? Я не был готов. Ничего страшного. Все хорошо, да, не переживай, что не был готов. А я тебя, Данюш, не сфотографирую, я просто видео снимаю. А мы потом оттуда возьмем нужную фотографию, договорились? Давай, 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 давай. Вот так, молодчина. Вот такой вот здесь парк. Видите, здесь можно в футбол играть. Посмотри, посмотри, сейчас хочу. Ох ты, это да. Смотри, нет, Данюш, не надо, не пачкайся, не надо. Здесь пыльно, все равно, дождиков давно не было. Пойдем. Там дальше есть, видите, баскетбольные. 4 площадки баскетбольных. Да, там есть столики, где можно посидеть, шашлык пожарить. Вот. Вот это вот здание, которое вы видите. Вот это туалет общественный. Там можно руки помыть, туалет сходить. И за ним еще там детские площадки разные. В общем, сейчас по мере того, где будем находиться, все поснимаю. Единственное, что уже темнеет. Уже, смотрите, луна. Видите? Я снимаю, к сожалению, у меня руки заняты и не очень удобно. Вот. Да, ну чего, приступаем к футболу. Пойдем что-нибудь придумаем. Найдем, где ворота сделать. Я только сейчас понял. Хорошо. Подожди, где-то мы столько были шишки, из них мы ждем ворота. Точно, из шишек и сделаем ворота, все правильно. Давай еще попытка. Ой, мимо, давай, лови. Смотрите, время 7 часов вечера. У нас стемнело, 7:20 вечера. Стало темно, ни одной души в парке. Никто не с детьми уже не гуляет. Данюш, брось пока за меня разочек. Никто с детьми не гуляет, вообще, вообще никого.
Все, американцы — это нация, которая очень рано встает и рано ложится. Вот 7 часов вечера, вот у вас столики, мангалы. Приходите, мясо жарьте. Дети бегают, веселятся. Ничего подобного, вообще никого нет. Выходной день, может быть, и будет кто-то в это время. А вот среди недели никого. Одни мы с Даней пришли поиграть. А к нам сейчас едут ребята, они сегодня в торговом центре вещами затариваются. И они уже выехали к нам, через 15 минут уже будут здесь. Даня с собой взял такие кукурузные палочки перекусить, сил набраться. Я чашечку кофе. Конечно, уже вечер, но хочется что-то сегодня кофейку. Дань, ну как же так, ты меня опять выиграл? Я его немного подхитрил, выкину шишку в другое место. Понял. Дань, только давай договоримся, мы сейчас только что с тобой руки помыли. Ты или сейчас палочки кушаешь кукурузные, или пойдешь полазишь, хорошо? Если полазишь, то сначала будем руки мыть. Вечер, видите, людей не так много. Сейчас только смотрим, проходит бабушка с собачкой. С собачкой на русском разговаривает. И вот так вот все в Кремниевой долине. Ну хорошо, мы с Даней погуляли, да, Дань? Хорошо сыграли футбол и баскетбол? Смотри, как я могу. Да, ничего себе, молодчина. Дальше. Вот так, пошли, все нас ждут. Давай. Вот так, пошли. За нами, в общем, приехала мама, Аркадий и Лина. Они шопились весь день, затаривались. Видите, туалеты такие на детской площадке. Все чистенько, все открыто. Все хорошо. Любой желающий может зайти, все вымотали, все чисто, все отлично. А, вон стоят. В руки возьми мячик. Уже дорога. Пошли. Да. Держи, держи мяч. Так, ну что у вас там? Привет, машина поместилась, все, нет? Поместилась? Видишь, как хорошо большой багажник? Нет, не надо мне багажник открывать. Ты куда? Я просто встану тоже. Ладно. Мячик уже под машиной, а вот он. Смотрите, сколько. Полная машина. У нас сегодня ребрышки вот такие вот получились. Да, мне кажется, довольно-таки вкусно. Да. Как тебе, Лен, вкусно? Вкусно, вкусно. Да, и Цезарь у нас домашний. Да, вот целая ведерко. Ведерко Цезаря. Да, всем приятного аппетита. Очень вкусно. Спасибо.